На конкурс дети читают стихи, старшая группа «Светофорчики». День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в те дни с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подаривших народам победу и вернувшим нам мир и весну. Что такое День Победы? Это праздничный парад. Через танки и ракеты маршевую строчку над. Что такое День Победы? Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Мой братик рассказывал мне о войне. Танки сказали, сгорели в огне. Теряли души, защищая страну. Победа пришла в 45-м году. Печальное небо победы суют, солдаты России на сон берегут. Я вырасту, детям своим расскажу, как прадеды их защищали страну.